Говорит Москва. Ой, все. Отсюда поедем туда. В 14:00 будет презентация пьесы Василия Сигарева «Каренина», Багаева «Признание в любви». Есть фильм «Коси коса», в котором снимались студенты театрального института. Читание книг Сибирского института. Большой зрительский фестиваль. Там у него стоит юрта, если я правильно говорю. Юрта, да? Правильно, да. Юрта, ну такая, как мусульманская. Книжка, Штефан, на немецком языке, которую я тебе подарил. Была у тебя такая или нет? Ну, будут одевать, Штефан, видишь? Сейчас будет русский спектакль. Русский прекрасивый спектакль. Ну, такое чудо. Заварили уже. Как Барби Азаморская. Пойдемте с нами сюда. Да. Проходите, пожалуйста. Я сейчас... Все, нормально? Так, надо делать почитание. Денис, вытяжку выключи. Брат, не представляю. У меня аж зрение, как у орла. Да ты не расстраивайся, я тебе сейчас помогу. Нет, стой! Ведре? Или обливал это? Будьте персонально отстранены от пешков, понятно?
готово. Валя просто желток. Все, он держится. Так, руки вверх, поднялись.